Сейчас мы находимся на новой локации, называется она Долина Альпака. Тут вы, как видите, на заднем фоне у меня альпаки, их друзья ламы, козы, бараны, пони. Уникальность в том, что каждый может прийти сюда не просто познакомиться с животным, а зайти к нему в гости, поприручать альпаку, узнать все, что вас интересует про них, покормить, сделать фотографию себе на память. Каждые выходные мы пытаемся вас удивить чем-то новым, прислушаемся к вашим пожеланиям. Вот сегодня у нас и индейцы приезжают со своим вигвамом. В прошлый раз у нас была мастерица, которая показывала, что из шерсти можно делать уникальные, просто потрясающие вещи. Из шерсти наших же альпак и баранов. Катание на лошадях, катание на карете, стрельба из лука. Каждый может проверить свои навыки, на свою точность, меткость. Инструктор вам подскажет. Голодными люди точно не останутся. У нас угощение от текафуда, полевая каша, готовится прямо здесь, ароматная, с ароматом дыма. Сейчас мы затеяли грандиозную соломенную стройку. Мы строим... В первую очередь соломенный лабиринт, который вы видите здесь. Каждый сможет принять участие, взять по кирпичику, сделать свой вклад. Мы уже так набросали здесь схематическую основу, и вот в следующие уровни каждый сможет построить, побродить по лабиринту. И попробуйте догадаться, что это за лабиринт. Это один из самых известных лабиринтов в мире. Он не простой лабиринт. Изюминка этой локации, она напоминает как раз вот высокогорье Анд, собственно, откуда приехали к нам альпаки и ламы. То есть такие бескрайние поля, панорамы потрясающие, очень красиво здесь и солнечно. Последние деньки лета можно здесь как раз провести у нас в гостях.